Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Итак, сегодня у нас будет видео, но довольно-таки необычное. Ну что ж, я думаю, давайте сразу начнем с самого главного. По названию ролика, я думаю, вы догадались, о чем сегодня будет идти речь. Итак, думаю, вы заметили, что уже на протяжении 4 дней не выходит серии по Мазингу. На это есть причины. Какие причины, я, в принципе, вам расскажу. Сразу скажу, что это не слив там информации и так далее, в принципе, поэтому можете не бомбить. И у меня есть все пруфы, но показывать я их не буду, так как это будет слив информации. Я думаю, давайте начнем с самого начала. В принципе, это с того, что я начал сотрудничать с Амазингом. Итак, сотрудничать я с ними начал 7 августа, но закончил сотрудничать 19 октября. Да, пацаны, это была моя инициатива, я отказался от сотрудничества. Причина этому не устраивали меня условия сотрудничества, в принципе. Сейчас я объясню, почему так меня не устраивало все. Ну, короче, грубо говоря, я с ними просто сотрудничал 3 месяца. Давайте начнем, почему же я отказался. И ушел, ну не ушел с Амазинга, а ушел от ихнего сотрудничества, в принципе. Так, была такая ситуация, помню, думаю, вы помните, то, что мне как бы выдали ютуберку, да? И я о ней записал видосик, но, блин, я изначально спросил разрешение у одного из руководителей, и он мне дал добро. Я записал видео, в итоге его выложил, и потом кто-то, какой-то игрок, либо я не знаю кто, написал руководителю, что типа лучше забрать ютуберки, и сказал ему, что я снял об этом видео. Этот руководитель пишет конфу и как бы пишет, да, я пишу, и что? И говорю, что типа вот мне разрешил другой руководитель. Он обозвал того руководителя, не буду говорить как, и в итоге я остался, пацаны, виноват. Меня забрали эту ютуберку и категорически не хотели возвращать. Я с ними ругался на протяжении 4 дней, ну как ругался? Хотел, так сказать, справедливости, чтобы мне ее просто-напросто вернули, потому что, блин, я спросил разрешение, мне разрешили, я снял видео, выложил его, там набралось довольно-таки много просмотров, даже там 2300, по-моему, и много лайков. Все позитивно отнеслись к этой теме, так сказать. Но в итоге все равно я остался виноватым, хотя я спросил разрешение, меня разрешили. Ну, это, пацаны, нормально. Это нормально, идем дальше. В итоге я 4 дня ругался. В итоге забыл хрен. Думаю, ладно, хрен с ним. Пусть лучше мне хотя бы, ну, повысят зарплату. Как бы мне платили довольно-таки очень мало, пацаны. Для моих просмотров мне платили просто копейки. Я вам прямо скажу. Давайте я даже вам пример приведу. Вот есть 2 ютубера, да? А у одного там 2000 просмотров на видео. Ну, не 2000, а там 1000-2000 просмотров на видео. Ему платят 200 рублей. Это к примеру, если что. А есть другой ютубер, у него тоже просмотры 1000-2000, а ему платят больше косаря. Ну, пацаны, это справедливо вы считаете? Я думаю, нет. Я попросил, чтобы мне буквально там, ну, немножко повысили зарплату. В итоге меня просто-напросто игнорили. Нет, не отвечал там менеджер второй, но тот человек, который был должен ответить насчет этой всей ситуации, он вообще гасился и как бы не отвечал. В итоге я подумал один день и все-таки решил уйти. Написал им, типа, вот, я отказываюсь от сотрудничества, меня не устраивает, типа, условия сотрудничества, типа, можете меня там выгнать из конфы, либо как это вообще сделать. Ну, вы поняли, короче. В итоге, да, меня выгнали из конфы, хотя мне никто ничего вообще не ответил, они даже, ну, тоже игнорировали даже это сообщение, понимаете? Потом я в ЛС руководителю написал, и он меня из конфы выкинул, все, как бы, вот такие вот дела. Потом я все-таки решил, блин, написать еще раз, может, они как бы одумались, и написал им новые условия, в принципе, не такие прям жесткие, но в итоге тоже просто-напросто игнор, и никто мне так и не ответит. Теперь, почему не выходит серия? Во-первых, потому что у меня пропало желание играть на Амазинге, я уже не получаю от игры удовольствия. Да, я захожу сюда поиграть, ну как поиграть? Я захожу сюда оплатить налоги и кинуть объявки про бизнес. Ну и еще захожу сюда поиграть, когда меня зовут мои друзья, ну как друзья, знакомые ютуберы, это Фуди и Рики Гейм Ченнел, как бы, так я не захожу. Если они меня зовут, я захожу на Амазинг, там с ними катаюсь, дурачусь, ну, как бы такое, знаете. Но так я вообще, по сути, не играю на Амазинге. У меня еще есть 2 серии, которые я записал ранее, в принципе, ну, я не знаю, я не хочу их вылаживать. Честно, я не хочу больше снимать на Амазинге, по сути, из-за того, что, ну, отношение очень хреновое у руководителей ко мне, ну, в плане именно сотрудничества. Хотя я все нормально делал, я снимал, у меня были охуенные просмотры, благодаря вам, кстати, сейчас скрины увидите, если что. Но все равно руководители решили, как бы, что я им, по сути, не нужен. Ну, не нужен, так не нужен. Снимать на шару, как они думают, знаете, они думают, вот он ушел, ну и хуй с ним, он будет, типа, дальше снимать, как раньше. Каждый день видосы вылаживать, бесплатно и так далее. Но хуй там был, потому что меня это уже заебало, серьезно. Я уже снял по Амазингу больше 1000 серий, и никто этого не ценит. Хотя, типа, блин, трудно там чуть-чуть побольше заплатить. Я не ради денег снимал на Амазинге, вы это прекрасно знаете. Я начал с Амазингом сотрудничать после того, как я снял 1000 серий. Я думаю,
это очевидно, что я не ради бабок на Мазинге был. И да, насчет конкурса, конкурс, пацаны, будет, он пройдет, не переживайте, ссылка на конкурс, если что, в описании, можете участвовать. Конкурс я проведу, ну, конечно, если после этого видео меня нахуй не деактивируют, если мой аккаунт не снесут хуям, то конкурс пройдет без проблем, я там стрим запущу и выберу победителей, выдам всем призы. Все, думаю, на этом у меня все, пацаны. Насчет видосов, не знаю, будут, не будут, возможно, выйдут видосы, там, раз в неделю, может, видосик какой-то будет выходить. Но это, пацаны, не точно, потому что желание у меня максимально пропало. У меня было много идей, пацаны, реально, у меня было много идей, но меня отняли ютуберку, и, блин, мне это реально не понравилось, потому что это неуважительно по отношению ко мне. Я спросил разрешение, мне разрешили, в итоге я снял видео, в итоге я плохой, хотя мне разрешили. Но это полный бред, я думаю, вы сами понимаете. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока.